Приветствую, друзья. Придет завтра ко мне мой друг, психиатр. Но он моложе меня, но тоже психиатр, как и я. Но при этом он придет для того... Он сказал мне, я вам стенку сделаю вон там. А то там ничего не видно и ничего не интересно. А вот когда будет стенка, и там будут ваши картины... И там будет подсветка, и там будут прямо лучи на эти ваши лучистые глаза на картинах. Видите, у меня краски. Труженик, все время работаю, все время пишу картины. А он говорит мне, я имя не называю без согласования ни у кого. А он говорит мне, а надо, чтобы эти лучистые глаза были видны, как есть, потому что у вас же картины как живые, в них такая душа. Ой, какой молодец, мой друг. Да, вот придет, сделает, и посмотрите. А будем мы в марте открывать творческие начала у всех, у каждого. Потому что, как говорил мой старший друг, маршал Скоморохов, боем живет истребитель. Он был начальником Воинской академии. Как он говорил, боем живет истребитель. А душа, душа – это тот бой, который все время борется с современностью, потому что хочет показать вечное, соединение с вечным. Да, что может быть прекраснее улыбки Джоконды? Да, что может быть прекраснее других картин, потому что произведения искусства, сделанные от чистого сердца, с большим мастерством, таких творцов, живут вечно. Да. Так что вот, друзья, посмотрите потом. Вы пока не видели, но скоро увидите. До встречи.